Так, ребят, всем привет. Как выставить зажигание Opel Corsa 1.0 бензин 40 кВт? Для того, чтобы выставить зажигание, получается, мы покупали приспособление, но некоторые делали сами. Вот здесь пластинка, фиксируем распредвалы. Первое. Второе. Вот для выставления датчик положения зажигания, который идет вот здесь, тоже. Это здесь. И да, когда будете выставлять зажигание, на крышке есть пробочка. Ее выкручиваем, и цепь должна быть у вас расслаблена, для того, чтобы все звездочки сели, все хорошо село. И третий. Это получается внизу коленвал фиксируем. Вот он. Штырек. И все. Но некоторые ребята делают сами вот эти все приспособления для выставления зажигания. У нас заказали, все пришло, оно недорого стоит там. Что мы делали здесь на этой машине? У нас попала вода в масло. Вот. Стартер еще не поставил. Гадость, сейчас буду мыть, собирать дальше. И также в поршнях была, меняли прокладку головки. Для того, чтобы снять голову, получается, коллектор отсоединяли вот здесь. Он сюда отходит нормально, ничего там дольше не надо делать. И для впускного коллектора там тоже 5 болтов идет, они выкручиваются, и он уходит у вас туда ближе к кузову. И все получается. И сбоку вот здесь тоже есть патрубок охлаждения, и на ЕГР идет оттуда. Откручиваем. Крышку можно, в принципе, не снимать, если вы только голову скидываете. Но так как мы меняли и прокладку под этой крышкой, то пришлось тоже скидывать все это дело. Если, в принципе, только ГРМ менять, голову не скидывать, то вот коллектора все на месте. Снимаем крепление, которое идет вот здесь, с правой стороны. Снимаем все приблуды. И да, компрессор тоже придется вам откручивать. Натяжитель для ручекового ремня тоже придется скидывать, и генератор пришлось скинуть. Ну и, в принципе, вот это крепление, которое на коленвал идет для ручекового ремня, тоже скидывали. И да, получается, заменили, будем менять еще тоже помпу, потому что это уже не очень-то нравится нам. И прокладочку под помпу тоже заказали новую. Вот так, ребята, да, вот крепление. И вот, видите, с крышкой у нас что произошло, тоже еще не помыл. Будем чистить. Вначале не было понятно. Не заметили, что уходит тосол. Но когда откручиваешь крышку, то вот гадость есть, протирали, но белая. Если есть беленькая, то сразу понятно, что у вас идет уже вода туда в масло. В общем, ребят, смотрите, кому полезно, чтобы не разбирать много и больше, чего не положено. Вот простые варианты. Да, подписываемся на канал. Будет много интересного. До скорых встреч.